Значит, диаграмма наибольшей мощности двигателя для катеров. Здесь приведена шкала мощность мотора, объем катера данного и линия, по которой вычисляют максимально допустимый без риска опасности двигатель. То есть длину и ширину транса умножаем катера или лодки и получаем. Вот, допустим, у меня, допустим, 5 лодка метров квадратных. Вот, значит, на ней более безопасный двигатель должен стоять. Это 20-25 лошадиных сил, чуть выше. И так далее. 6-40 лошадиных сил. И поехало. Все. Кстати, эта диаграмма была издана американской ассоциацией катеростроения. Вот. Прикольно.